вы из Питера и нынешний российский президент из Питера. Встречались ли вы с ними? Связывает ли вас что-то, кроме общего города и общих, может быть, воспоминаний? Нет, я никогда не встречался с Владимиром Владимировичем Путиным. А если встречался, то он был юн, и я был юн, и боюсь, что мы не заметили друг друга. Мы оба были юны. Да. Слава Богу, потому что он стал президентом. Познакомься он со мной раньше. Мог бы не стать президентом.